Григорий Петрович рекомендует нам для повышения эффективности нашего бизнеса мысленно создавать управляющие геометрические образы. Entonces, Григory Grabovoi nos recomienda que para tener mayor efectividad en nuestro negocio, generar áreas geométricas adecuadas para ello. И строить их, воспринимать вот управляющие образы в виде образов реальных событий. Y percibir las imágenes con capacidad de control en la forma de eventos reales. Например, можно символически в виде какой-то формы, да, представить свой бизнес. Vamos a verlo en lo práctico. Se puede imaginar nuestro negocio en una forma geométrica cualquiera. Aquí la vemos. Что в нашем состав начинаем рассматривать тоже в виде форм, составляющие нашего бизнеса. Y entonces vamos a ver de qué elementos se compone este negocio nuestro, o sea, esta forma que representa nuestro negocio. Документы. Por ejemplo, documentos. Одна область информации. Вот как вы ее восприняли, первое, может быть, светлое, не светлое, у кого-то документы в порядке, у кого-то не очень. Сейчас просто мы воспринимаем ситуацию как бы реальной, как она есть, да? O sea, simplemente ahora percibimos las situaciones tal como son. Por ejemplo, nosotros decimos documentos y percibimos una forma que tiene, digamos, una tonalidad más bien oscura. Tal cual nos viene a la mente, está bien. O sea, partimos. Вот что у нас с документами, такая-то форма, такого-то цвета. Это появляется мгновенно, потому что мы знаем, что у нас с документами. O sea que esto aparece al instante porque nosotros conocemos perfectamente el estado de, nuestro, de nuestros documentos. Выделяем денежные средства. Вот какая-то форма тоже, как она, светлая, не светлая, какая она, что. Ну, такая, какая есть. Vamos también a ver los recursos financieros, a ver si esa forma es luminosa o no, o sea, tal cual se nos aparece al instante, es lo que es la realidad. Y выделяем конкретный, интересующий нас документ, что нам нужно на, вот прямо сейчас в бизнесе, или конкретное событие, что нам нужно в нашем бизнесе. Y vamos ahora, por ejemplo, a escoger, a visualizar un documento o un evento que nos hace falta que se produzca en nuestro negocio. Можно выделять, да, какие-то еще формы, потому что много, не только там документы и денежные средства, там технические, в зависимости от того, у кого бизнес из чего состоит, да, интернет, там еще что-то. Naturalmente aquí podemos encontrar muchos otros elementos, por ejemplo, elementos de tipo técnico, internet, o sea, depende de a qué se dedica el negocio concreto con el que estamos trabajando. Вот мы с вами восприняли текущее состояние нашего бизнеса. Это может быть, знаете, как картинка, просто реальные события. Как мы, вот мы же думаем, вот это мой бизнес. Мы же его вот сразу видим, когда мы о нем думаем. O sea, nosotros de esta manera podemos ver cómo está, cómo es la situación general, el estado general de nuestro negocio. Y вот мы восприняли, но нам, мы же хотим оптимизировать ситуацию. Y entonces nosotros lo hemos percibido de esta forma, pero lo que estamos buscando es optimizar la situación que existe actualmente. Мы очень четко понимаем, что нам вообще нужно, да, что мы хотим, желаемое в нашем бизнесе. O sea, nosotros tenemos claro que nos hace falta introducir cambios y definimos qué es lo que nos hace falta cambiar concretamente en nuestro negocio. Y мы начинаем мысленно перемещать объекты, из которых состоит наш бизнес. Мы как бы начинаем так их перемещать, чтобы конструировать нужную нам ситуацию в нашем бизнесе. Y entonces nosotros empezamos a trabajar con los elementos de nuestro negocio y moverlos y transformarlos de manera
que aquellos elementos que requieren algún cambio, pues lo obtengan. Ну, я вот динамическую не могу картинку показать, да? Но вы понимаете, что действием от себя, а действие какое? Ну, что дает Создатель, да, это, ну, любви, желание, чтобы всем была обеспечена вечная жизнь, да? И мы вот как бы таким светом начинаем смотреть, как начинают перемещаться, структурироваться объем этот информации, и мы можно применять свет, свет, звук, пока мы не увидим такое расположение, которое вот очень хорошо, и видим, оно дает вечное развитие, пошло развитие бесконечное. Y entonces nosotros sentimos cómo viene bajando la luz del Creador que nos va ayudando y con la ayuda de esa luz nosotros emitimos nuestra propia luz que ayuda a mover y a cambiar, a transformar esta parte, digamos, concreta de nuestro negocio con la que estamos trabajando para que llegue a tener las características necesarias para poder contribuir al aseguramiento de la vida eterna. Так как эти формы, они нами восприняты уже в управляющем пространстве. Entonces, estas formas son percibidas por nosotros ya en un espacio que tiene capacidad de control. Все эти составляющие нашего бизнеса, они нами управляемы. Y todos estos elementos integrantes de nuestro negocio son controlables por nosotros. То есть у нас вот весь бизнес наш, вся эта картинка, она под нашим управлением. O sea que todo esto, todo nuestro negocio, todo lo que vemos aquí puede ser controlado por nosotros, o sea, está bajo nuestro control. Мы начинаем так перемещать, так передвигать, чтобы получилась нужная нам конфигурация. Y empezamos a moverlo todo, a cambiarlo todo, de manera que se obtenga finalmente aquella configuración que nosotros necesitamos. Ну, вот мы на одном занятии так работали с построением бизнеса Алисии, когда мы там выстроили как амфитеатром, увидели, как развитие идет. En una ocasión trabajamos con el negocio de Alicia, si os acordáis, y utilizamos este mismo método y vimos cómo se produjo todo el desarrollo que se buscaba. Y вот мы начинаем видеть, как они это все объято управлением, каждая сфера нашего бизнеса, и как это все начинает перемещаться и структурироваться так, чтобы общая картина обеспечила вечную жизнь всем. O sea, estamos viendo cómo cada uno de estos elementos integrantes de nuestro negocio comienza a moverse, a reestructurarse de manera que la, digamos, la estructura general, la imagen general, asegure la vida eterna para todos. Можно мысленно засвечивать объекты, которыми мы управляем. Se puede iluminar mentalmente aquellos objetos que estamos tratando de controlar. Мысленно соединять световыми лучами. O unir, vincular con rayos de luz. Ну, могут быть разные сферы, да? Например, там клиенты нужны, смотрим эту сферу, что эта сфера как-то не развита, да, что для этого нужно. Вот начинаешь смотреть, чтобы клиентская база подтягивалась, да, как это расположить, чтобы пошло такое свечение, которое обеспечивает вечную жизнь всем, да. Y entonces, por ejemplo, puede ser que necesitemos, por ejemplo, desarrollar la base de clientes y entonces hay que ver cómo dirigir esa luminosidad para que con este cambio que estamos produciendo, que estamos generando, se asegure la vida eterna.